Привет, друзья! Сегодня мы рассмотрим примеры использования Excel-функции «Найти». Какие аргументы она использует и для чего применяется. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу. Затем запустите анализ диска. После анализа утилита отобразит файлы, доступные для восстановления, и вы сможете их вернуть. В нашем блоге представлены краткие руководства по решению любых проблем, возникающих у пользователей Windows. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы и заканчивая удаленным администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Функция «Найти» находит вхождение одной текстовой строки в другую и возвращает начальную позицию искомой строки относительно первого знака второй строки. Давайте рассмотрим синтаксис функции «Найти», где искомый текст – обязательный аргумент, текст, который необходимо найти. Просматриваемый текст – тоже обязательный аргумент, текст, в котором нужно найти искомый текст. Начальная позиция – необязательный аргумент, знак, с которого нужно начать поиск. Первый знак в тексте, просматриваемый текст, имеет номер 1. Если номер упущен, по умолчанию он будет равным 1. Давайте рассмотрим простой пример работы этой функции. У меня есть таблица B3, B6, в которой есть текст. Мне нужно найти позиции буквы D в этом тексте. Для этого я ввожу знак равенства «Найти» с открывающейся скобкой букву D в кавычках в качестве искомого текста, ячейку B4 в качестве просматриваемого текста. Закрываю скобку, нажимаю клавишу «Ввод» и получаю результат. Эта буква находится под 10 номером в тексте. Аналогично можно найти и другие буквы или символы. Но более полезным будет ее использование с другими функциями. К примеру, функцией PSTR. Функция PSTR возвращает заданное число знаков из текстовой строки, начиная с указанной позиции. Рассмотрим совместную работу этих функций. К примеру, у меня есть таблица А3, А10, в которой есть название программы, ее код и цена, которые находятся в одной ячейке, а мне нужно извлечь из нее только название программы. Для этого я воспользуюсь функцией PSTR в связке с найти. Я ввожу знак равенства PSTR с открывающейся скобкой, ячейку А4 в качестве текста, точку с запятой, 1 в качестве начальной позиции, точку с запятой, найти, открываю еще одну скобку, ввожу искомый текст, это запятая и код в кавычках, ячейку А4 в качестве просматриваемого текста, 1 в качестве начальной позиции. Закрываю скобки, нажимаю клавишу «Ввод» и вижу результат названия программы. Но в конце еще вернулась запятая, которая мне не нужна. Поэтому я немного подправлю формулу. Вычту один знак из текста, просто добавив -1 в конце формулы. Теперь нажимаю клавишу «Ввод» и получаю то, что мне было нужно. Теперь копирую формулу и получаю только название программы в ячейках. Распространенные ошибки.
Если искомый текст отсутствует в тексте, просматриваемый текст. Функция «Найти» возвращает значение ошибки «Знач». Если начальная позиция не больше нуля, функция «Найти» возвращает значение ошибки «Знач». Если начальная позиция больше, чем длина аргумента, просматриваемый текст, функция «Найти» возвращает значение ошибки «Знач». Ошибка «Имя» возникает, когда в формуле допущена ошибка, или формула ссылается на ячейку с такой же ошибкой. Проверьте формулу. На этом все. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software, если данное видео было полезным для вас. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.